Воспоминания о прошлом, о потерях, так жгучи и в мороз у престарелых. Предупреждали об опасностях, не верил, и вызрели с последствиями перлы. На многорячие указывая дули, игрушки, вавы, грозно отпихнув. А мы ревели, целовали дулю, хотя любили пряник, а не кнут. И более всего бедой стращает нас Иегова в Библии Великой, о деле, выданном глубокими ночами, о невоспитанности, что постоянно липнет. И в круговерте юности подпольной мы наворочили такие эвересты, спознали с проходимцами и с болью, там на портретах прошлого мы вместе. Смирение обходили стороной, советников духовных не встречали. Комедиями тешились спорно. И не Христос над нами был начальник. Сжимаясь в оккупации страха, из пламя в полымя перевороты, теперь от сладости всех не осталось праха. Все, что творил, свидетельствует против. Так и зардеется тот день и чудный час, когда священного писания коснулся. Тот дом, тот стол готов я величать, где на колени ринулся со стула. Магизм гордыни, отдирая с глаз, себя узрел у свинского корыта. Во множестве событий царствует соблазн, где я по кочкам ухитрялся прытко. Воспоминания уперлись в покаяние, знак примирения, дар дух, святого духа. Я ликовал, друзьям казался пьяным, хотя с тех пор в моих стаканах сухо. 23 января 2006 года. 5-го.